Заболеваемость коронавирусом в стране выросла в 20 раз, об этом сообщил заместитель премьер-министра Казахстана Ералы Тугжанов. Минздрав заявляет, такой скачок произошел из-за внешней и внутренней миграции населения, из-за праздников. Свою роль сыграли и прошедшие в Казахстане массовые волнения. В ведомстве говорят, что за сутки уже 13 тысяч заболевших. Такого показателя не было за все время пандемии в Казахстане. Однако, несмотря на такую эпидситуацию, медики сообщили, что введение полного локдауна в стране не планируется. Имеется прочный запас вакцин, порядка более 5 миллионов доз. Из них на вакцинацию 2,8 миллионов доз и на ревакцинацию 2,2 миллионов доз. Коэффициент распространения, как вам известно, 1 к 5. Он размножается 70 раз быстрее варианта дельта. Заболеваемость коронавирусной инфекцией за последний месяц выросла в 20 раз. Лидерами по уровню заболеваемости являются город Нур-Султан, Алматы, Атырауской области –